Прослушайте нормальные звуковые явления сердца. Для мерцания предсердий характерна меняющаяся сила тонов сердца и различная длительность пауз между ними. При тахисистолической форме мерцания предсердий желудочковые сокращения учащены. Запись произведена у больного с сужением левого атриовентрикулярного отверстия. В связи с этим выслушивается также раздвоение второго тона. При брадисистолической форме мерцания предсердий желудочковые сокращения урежены. Запись произведена у больного с кардиоспирозом.